Всем привет, с вами Росик. Сейчас расскажу про Speed Economy. Также в комментариях можете написать, как вам этот проект после просмотра видео. Speed Economy — это собирательное название экосистемы решений, направленных на поощрение людей к занятиям спортом с помощью криптовознаграждений. Это интеллектуальная система, которая побуждает пользователей тренироваться, получать лексемы и позволяет этим токенам быть средством обмена, что создает устойчивую экономику. Элементами, включенными в экономику, являются пользователи платформы, инструменты, которые измеряют их движение, приложения, носимые устройства, ну и разное оборудование, и токен Sweet. Вся экосистема работает на протоколе NIR, блокчейне, известном своим высокоскоростным, дешевым и экологичными транзакциями. Я уже делал видео о NIR, сможете посмотреть в моем плейлисте о NIR. Экономика быстро растет, и в третьем квартале 2021 года в рамках экосистемы было создано товаров и услуг на сумму 60 миллионов долларов. Это сигнализирует об активной экономике и высоком спросе на транзакции, вознаграждении за фитнес с большим потенциалом для еще большего роста. Кроме того, платформа завоевала большую популярность более чем в 30 странах, включая США, Австралию, Бельгию, Филиппины и так далее. Sweet для всех, кто двигается, независимо от того, являетесь ли вы новичком в криптовалютах или являетесь криптоэнтузиастом. Вы можете загрузить приложение и создать свой кошелек Sweet за считанные минуты. Конфиденциальность – это одна из самых важных вещей, которую Sweet Economy хочет обеспечить. Это то, что она не продает данные своих пользователей. Кстати, вы знали то, что многие компании продают данные пользователей? В комментариях можете написать, какие именно. Третьи стороны не будут иметь доступа к конфиденциальным и очень ценным данным о физической активности пользователей, поскольку платформа отдает приоритет конфиденциальности, что соответствует одной из инициатив NIR. Sweetcoin — это централизованное приложение, созданное для людей, не имеющих доступа к криптовалютным кошелькам и активам. Кроме того, он нацелен на людей, которые хотят использовать функцию приложения, чтобы превратить свои шаги в свиткоины и обменять их на товары и услуги, не переходя на криптовалютный маршрут. Это простое приложение для вознаграждения за фитнес, которое не требует от пользователей никаких капиталовложений. Заработанные свиткоины также можно использовать в качестве пожертвования избранным благотворительным организациям, поддерживаемым платформой Sweet. На данный момент Sweetcoin — единственный валидатор движения шагов пользователя, но вскоре он будет децентрализован, чтобы другие приложения и носимые устройства могли участвовать в подсчете шагов. Также скажу, что я делаю некоторые упрощения, где-то могу быть неправ, также в комментариях можете указать на это. И если у вас будут какие-то вопросы, то заходите в чат NIR, там вам на все ответят. Также переходите по ссылочкам в описании на сайт Sweetcoin. Например, у вас будет вопрос, как сделать кошелек NIR, как скачать приложение, вы сможете это задать в чате NIR. А если вы увлекаетесь играми на NIR, Play to Earn, хотите зарабатывать на них, то заходите в чат NIR Games. Там активный чат, где обсуждают разные игры на NIR. Многие пока что только разрабатываются, но уже есть и те игры, на которых можно заработать. А что будет в моем телеграм-канале, я говорить не буду, но там интересно, тоже переходите. Национальная служба здравоохранения. Sweetcoin сотрудничает с NHS, финансированной государством системы здравоохранения Великобритании, для запуска программ поощрения по всей стране для улучшения поведения фитнес-граждан. Все больше страховых компаний используют Sweetcoin в качестве инструмента для распределения страховых услуг, а также в качестве платформы для взаимодействия с страхователями. Правительства могут использовать Sweetcoin для поощрения граждан к увеличению их физической активности, что будет способствовать улучшению здоровья населения. Согласно Sweet Economy, было доказано, что Sweetcoin увеличивает активность пользователей на 20%, что может побудить правительство интегрировать валюту в свои программы здравоохранения.
Также Sweetcoin for Good – это инициатива Sweet Economy, которая поддерживает благотворительную деятельность для людей, животных и планеты. В настоящее время поддерживает благотворительные организации, в том числе Африканский фонд дикой природы. Они сотрудничают с более чем 100 благотворительными организациями, которые позволили платформе стать силой добра не только для здоровья пользователей, но и для благополучия всего мира. Каждую неделю Sweet Economy проводит различные благотворительные кампании, чтобы побудить пользователей поддержать эти инициативы с помощью Sweet Coins. Sweet построен на NIR, как я уже говорил, недорогом, высокоскоростном и экологически чистом блокчейне. В настоящее время приложение Sweet Coin проверяет шаги как валидатор перемещения. Со временем фонд децентрализирует процесс проверки движения, чтобы другие приложения и носимые устройства могли проверять новые формы движения, прокладывая путь для пользователей, чтобы зарабатывать за езду на велосипеде, ходьбу, гимнастику и многое другое. Токен Sweet – это собственный служебный токен экономики пота, предназначенный, ну или экономики движения, предназначенный для предоставления держателям вознаграждений за их физические движения. Токены Sweet генерируются с помощью шагов пользователя, которые отслеживаются, подсчитываются и конвертируются приложением Sweetcoin. Шаги в настоящее время являются единственными упражнениями, которые пользователи могут конвертировать токены Sweet. Но в будущем платформа также будет включать такие виды деятельности, как плавание, езда на велосипеде, гимнастика и многое другое. А теперь я еще хочу немного добавить от себя. Многие хотят прям на этом заработать, жить на этом. Это, конечно, очень хорошо, и, например, Степан давал когда-то такую возможность. Но все рано или поздно заканчивается. Я же считаю то, что это должно быть именно стимулом, то есть не способом заработка, а каким-то бонусом. То есть, например, вам лень просто походить, а тут будет какой-то бонус, и вы поэтому ходите. И мне кажется, это как раз идеальное. Как раз таки, в первую очередь, проект создан для того, чтобы стимулировать людей ходить и давать им приятные бонусы в виде токенов. Всем спасибо за просмотр, буду благодарен за критику в комментариях, может какие-то советы, что вам понравилось в этом видео, что нет. Удачи и будьте аккуратны.